Как? Делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатигонщица нелегальная. Ну, наконец-то ты назвал меня так, как вот я чувствую себя в своей душе. Ура! И сегодня мы находимся... Хармамалы. Подожди. И сегодня мы находимся там, где ревут не дети, а моторы под капотом. И сегодня мы находимся там, где цены на бензин просто не существует, потому что бензин здесь бесплатный. И сегодня мы находимся там, где яичницу жарят не на подсолнечном масле, а на моторном. Я поняла, где мы. Это же Нижний Тагил, ну точно. Как, сейчас я посчитаю, в каком году я там была. По-моему, в 2009 году мы приезжали туда с мамой. Потому что, ты же знаешь, я же душа вообще автомобильная, я гонщик нелегальный. Что же там было-то в этом Нижнем Тагиле? А, ну точно, мы с мамой заселились в отеле. Говорю, мам, сейчас это, омлетик-то пожарю нам. Открываю эту полочку, а там это, моторное масло, машинное. Выходит, и там выдержки, я думаю, нормально. Пожарили, вкусно, кстати, было. А еще там очень много машин, картов, там все катаются, скорости просто нереально. Там нет знаков ограничения по скорости. Там можно вообще по сотке ездить. Просто офигенный город. Подожди, я здесь жить. Подожди, а как ты в 2009 году вообще на машине каталась, если ты права только полгода назад получила? А кто тебе сказал, что я каталась? У мамы моей права. А, мама твоя тоже вот это гонщик нелегальный, ну, кстати, да. Погнали, давай, разгоняйся до соточки, давай. Что-то как-то слабо тянет, но ничего, сейчас разгонимся, сейчас как потренируемся. Это сегодняшний мой транспорт на эту серию, давай. Не, ну а чё, может, Бог Майнкрафт это со мной захочет погоняться, а? И спустится уже наконец-то, мы там соревнования устроим. Слушай, а сколько у тебя это лошадиных сил под капотом, если, конечно, не секрет, а? А мы сейчас заглянем ей под хвост, ну-ка, подожди. Заглядывать лошади под хвост — это худшая идея, сейчас тебе копытом по лицу... Оставь ее в покое, подойди сюда, Кать, оставь бедную лошадь. 80 кобыл. 80 кобыл в одной лошадке? Да, маловато, конечно. Маловато-то маловато, но ты туда посмотри, вот туда, вот в ту сторону взгляни. Что мы с Катей нашли в начале этой серии? Что мы с тобой нашли? Вот удиви подписчиков. Прикиньте, деревню целую нашли. Вон там еще какой-то мост интересный такой. Пошли уже скорее туда. Мост через всю деревню. Какие-то ограждения. Катя на дно почему-то пошла. Давай всплывай оттуда. И давай заходи вот сюда. Слушай, но что-что, но Нижний Тагил — это вот прям 100%. Ты посмотри, какие дороги здесь ровные. Ни одной выбоинки, ни одной ямы нет. Ничего, ровно просто. Вот это я понимаю качество дорог. Полотно-то какое ровное, цвет красивый. Офигеть. А вот там посмотри, иди сюда, бензин. Вот обещанный бензин тобою вот это в начале серии. Он бутылки здесь бесплатный. Бутылки есть? Да нет, бутылки у меня бутылок, тут только бочки. Так реально надо было бутылки притащить. И надо было вот это стырить весь бензин, который здесь есть в городе. Так, а в сундуке что у нас такое? Так я не разбираюсь, что это такое? А это баллончики с краской вроде. Подожди, один баллончик красный цвет, другой баллончик фиолетовый цвет, держите, мой, фиолетовый. Мой. А зачем он нужен? Не знаю, прикольно. Граффити, что ли, рисовать будем? Ладно, пойдем дальше. Это я не знаю, так оставь. Слушай, но я тебе предлагаю сразу по домам. Вот это разойтись, ты направо, я налево, и посмотрим, что здесь находится. Если найдешь... Это право! Ну иди, значит, туда, я налево. Если найдешь что-то полезное, сразу же кричи. Железные панели. Колеса. Я 10 колес нашел. Слушай, Кать, я 10 колес. Выйди на улицу на секунду. Погоди, у меня тут панели, их 10 штук. Ну соберись и выйди на улицу, тут я что-то такое нашел. Посмотри в окно на меня. Короче, Кать, ну? Это самое, оно получается. Ну вот и нафига ты в самом начале всю деревню разбомбила? Ну вот зачем ты это сделал? Да потому что тебе аккуратнее надо быть. Ну ты что, не видишь возле себя мистера Крипера? Не видишь, как он шипит там, не слышишь? Так, пойдем. Я колеса нашел, смотри, вот, колеса. А вот это что ты мне скажи, вот на, держи.
панели. Какие-то... Так, ну слушай, возможно, они нам пригодятся. Я тебе предлагаю дальше пойти. Вот в этот дом заходи, вот откуда житель вышел. Вот туда заходи. А я пойду вот туда дальше и посмотрю, что в этом доме находится. Сейчас я тебе, малышка моя, масло-то залью. Кому ты там что залить хочешь? Это не я своей малышке масло залью, это гонщики здесь какие-то на трассе малышки свои масло будут заливать. Так, ключи! Я ключи нашел, Кать! Тачки, что ли, от какой-то? От какой-то тачки, походу. Так, подойди вот сюда ко мне! Вот сюда, иди а на меня! За тебя, вот сюда, сзади! Вот сюда! А, о, привет. Иди сюда за мной, вот сюда подойди. Ты смотри, кто там находится и что они тут делают. Вот сюда, подойди. Вот этот фиолетовый, который машину свою чинит. Он сказал, он своей малышке масло какое-то зальет. Офигеть, это же настоящие гонщики. А можно мне у вас автограф взять? Ты смотри, один поехал тренироваться, походу, поехал. А ты сюда посмотри. Это что? Это не за кубок этот сражаться будут, золотой, что ли? Слушай, я тоже такой хочу, он же золотой. Мне пофиг вообще, что это такое, но это же золото. Это, конечно, круто, что ты его хочешь, но его, наверное, заберут только те, кто вот это победит в сегодняшнем соревновании, как я понимаю. А вот сегодня гонка, да, здесь будет, как я понимаю, рубасосина настоящая, да? Так. Да я их сдрючу, дайте мне карту, дайте мне тачку, я их сдрючу сейчас. Ты вздрючишь! Кого ты вздрючишь? И кого ты... Так, ладно, не начинайте без нас! Хорошо, иди сюда за мной! Так, давай, я в этот дом зайду, посмотрю, что здесь, ты иди следующий, который там рядом. Так, в этот... Ай-яй-яй-яй-яй. Еще панели. 23 панели. Я тоже панели, кстати, нашла. Какая-то фигня. Давай, ищи панели, я пойду куда-то вот туда. Слушай! Чего? А ты в том красном сарае была? Нет, вот тут какие-то штучки надо, может быть, забрать их, не забрать, какие-то тоже детали. Забирай все детали, которые там есть, а я пойду сюда и посмотрю, что в этом сарае находится. Возможно, что-то полезное. Сарай-то открыт. Погоди, подожди меня. Кать! Что там? А вот, походу, и твоя тарантайка. Все. Идем скорее на гонку, как ее закоснеть отсюда, а? Помоги. Возьми ее на себя, не знаю, да слезь ты с нее, ты сейчас поехать не сможешь. Возьми ее на бошку свою, потащи ее. Да не ломай, я возьми на бошку. Так, shift и правая кнопка. Вот. Так, все, пошли. Не обкакаешься, все нормально. Да, легенький, нормально, так. Так, хорошо, слушай, ну здесь много всего полезного, если что, мы сюда вернем. Ага. Тут верстаки специальные, в котором можно машины крафтить всякие. Так, если что, мы сюда вернем. А ты куда-то, куда ты побежала? А где старт? Я потерялась. В другой стороне совершенно, мы же оттуда прибежали. Они сейчас там без меня начнут, я тоже хочу поучаствовать. Смысл, подожди, я думал, я поеду. Нет, я поеду, я их вздрючу. Ты чё, у меня это газ в крови течёт, в смысле бензин? Какой у тебя бензин в крови течёт? Кать, у меня водительский стаж 5 лет. Ты права получила? Полгода назад, может, все же я давай лучше поеду? Это не важно, у меня вообще-то вообще есть опыт. Я организую соревнования по гонкам. Сейчас как по shift и правая кнопка. Так, это сейчас надо разобраться. Тут газ, тут это самое тормоз, руль есть главное. Колеса все целые, вроде они, да, ага, подкачаны. Все на... Это мой карт вообще-то был. Он что, быканул или мне показалось? Тебе тут не место, девочка. Вали отсюда. Ты слышал, что она мне сказала? Это мне тут не место. Да я сейчас вот этот кодус себе на бошку напялю. И вот все тут суслики сдрючу. Садитесь, готовьтесь. А ты машину мне мою верни. Так, shift, правая кнопка. Так, все, готовьтесь. Ставьте тарантайки свои. Сейчас Катя всех здесь удел. Ну ты машину-то хотя бы разверни в сторону туда, куда ты будешь ехать, Кать. Слушай, а у тебя бензина-то нет, она не едет.
Так, ладно, да, минуту! Быстрей! Машину разверни в другую сторону, она смотрится совершенно не туда, куда надо! Бензин. Сейчас найдем какой-то бензин. Колеса, еще колеса нашел. Зачем мне столько колес? Сейчас как все будет, подожди! Так, здесь у нас два молотка, так, железо и панели еще. Так, а где бензин? А, бензин, наверное, здесь будет. Если, конечно, мне повезет. Так, здесь в сундуке два двигателя. Золотые двигатели! Так, вот это тоже пригодится. Ну ты где там? Давай быстрее! Да сейчас подожди, скажи, чтобы они подождали немножко! Нашел! Нашел канистры бензина! Господи, так, это выбросить, это взять, это бензин. Дверь выбросим, так, панели еще возьмем. У меня столько всего, я не... Так, морковку выброшу, Кать, ты не против? Не против, быстрее заливай, мне уже хоть что-нибудь, хоть морковный сок, хоть бензин, главное поехать. Все, бегу, слезай с тарантайки, сейчас будем его заправлять, слезай. Так, опа. Ага, все. Короче, давишь педаль в пол, прям до максимума, и вздрюкаешь всех, кто здесь есть. Все понятно? Иди на финиш, встречай меня. Финиш здесь, здесь старт, это кольцо. Так, да, все. Давайте. Когда я закричу, тогда вы выезжаете. Все готовы? Да готовы уже, давай. Ну тогда давайте. Раз, два, и погнали! Ой. Взрюканье сейчас всех тут. Погнали! Да. Чё-то, мне кажется, из этих гонщиков никто ездить нормально не может. Ну, ладно, подождем. У Кати же права полгода как бы. Возможно, она сейчас сможет выиграть. Чё-то недолго как-то там. Там же один круг всего лишь. До сих пор никто не приехал. Ага. На голубом карте первый. И он, походу, и победит. Ага. На розовом второй. Ну, хотя бы будь втрое... А, да. И на салатовом третий. Будь проклят этот карт вообще позорный! Он такой плохой! Я, блин, быстрее бы могла побежать на своих ногах, чем на этой фигне какой-то! Беспонтовая машина! Я тебе говорил то, что дай я поеду. Я бы, может, хотя бы имел какие-то шансы на победу, а ты-то чё? Чё я-то? Да это, знаешь, какая фуфляцкая вообще машина. Там мотор какой-то беспонтовый, 1,2, наверное, литра. Эта фигня, на нем невозможно выиграть. У них, посмотри, какие крутые карты, поди. Ну, слушай, я когда был вот в том доме, когда... Это под... А вы чё подслушиваете? Пошли, пойдём вот сюда. Я тебе кое-что... Готовьтесь, скоро реванш будет. Иди сюда, Кай. Я пока был вот в этом доме, где я нашел бензин. Смотри, что я еще нашел. Два золотых двигателя. Если мы эти двигатели установим на твою вот эту тарантайку, и мне еще одну тарантайку скрафтим, можем взять у них реванш и вот тогда реально вздрюкать их по полной программе, отпердохать просто по максимум. Так вот для чего баллончики-то нам с краской нужны, покрасить наши карты. А у меня же есть красный баллончик. Короче, идем за твоей тарантайкой, твою тарантайку модернизируем, устанавливаем новые колеса, новый двигатель, а мне крафтим... Это называется тюнинг. Тюнингуем. Готовьтесь, пупсики, к следующему раунду. Будем с вами сражаться за вот этот кубок. В следующем раунде или я вас дрюкаю, или Катя вас дрюкает. Все, пошли, Катюха. Давай, тащим это в мастерскую. Ты смотри, опять лузеры эти пришли. В этом еще посмотрим, кто лузер тут. Улитки. В этом, в гараже встречаемся. Иди сюда. Ворота закроем, чтобы никто не подсматривал. Поставим сюда твою тарантайку. Итак, у меня есть два молотка. Забирай их себе, выкинь вот этот гаечный ключ, который ты нашла прямо сейчас. Так, держи тебе гаечный ключик. Ага, сейчас мы ее будем разбирать. Так, вот этот мотор. Нафиг выбрасываем вот эти колеса. И сейчас установим сюда новый мотор и новые колеса. Так, ну ты вообще механик, держи тебе вот это колесо крутяцкое. Ну тогда давай тебе вот это колесо установим. И вот этот двигатель установим.
И ты только посмотри, какая красотка! Сейчас возьми вот этот баллончик с краской и покрась ее в фиолетовый цвет. Давай! Круто! Круто, круто, круто! А это можно покрасить? Нет, это уже нельзя покрасить. Все, 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 что смогла, все покрасила. Ну ты только посмотри. Так, а сейчас я себе сделаю тоже такую же тарантайку. Ну, поставь я пока на землю вот это. И вот здесь как раз-таки нужны вот эти панели, которые мы находили. Краску вот сюда я поставлю. Колеса вот сюда поставлю. Двигатель поставлю. У меня сейчас как такая тарантайка будет. Господи помилуй. Так, ну в этот раз мы с тобой на гонку вдвоем заявимся. Ага. По-любому кто-то из нас выиграет. Выкинь мне двигатель, пожалуйста. Сейчас скрафчу все. И ставим ее вот сюда, берем гаечный ключ в руку и открываем. Красота-то какая! Опа, покрасить, ты только посмотри, какие колымаки у нас с тобой крутые! На свет поставим вот так, чтобы видно было все. А сейчас я заправлю свою, ты заправь свою, держи тебе бензин и тыкай вот сюда. Опа, вот так заправляй в бак. До максимума, до последней капельки. Вот так. И валим отсюда и идем сдрюкивать всех вот этих вот кончиков. Да вы чё, собаки, а? Мы чё вам сделали? Вы какого фига здесь забыли? Я дрыкала так! Слушай, у меня такое ощущение, что они вообще не хотят, чтобы в... Идите на трассу, идите паутину свою, уберите, не ставьте больше сюда! Честным путем, сейчас пойдем и вздрюкаем вас! На трассу побежал прямо сейчас! Они просто боятся, что мы их вздрюкаем. Вот и все, вот поэтому так и пакостят нам. Поэтому, конечно, так, тарантайку убери, ворота эти закрываем, как их закрыто, без разницы. Да, ставь! Отправляемся с тобой, Катя, на трассу. Пошли, ну, в смысле, на в смысле, отправляемся на... Не на трассу, гоночную на гоночную трассу отправляемся. Пошли. Ты где вообще этот костюм-то достал? Он мне маленький, жмет везде. Да в доме каком-то нашел. Чё, нормально, зато мы с тобой сейчас настоящие гонщики. Ты смотри, желтый притопал. В черном костюме-то таком. Ладно, сейчас всех стрючим. И желтого, и всех остальных. Так, ты на месте стой, сейчас фальстарт будет. Стань на место. Да не стою, стою, я резину просто прожигаю. Надо обязательно резину прожечь, чтобы это нормально цеплялось. Заезд на два круга. Победитель забирает кубок. Ну, то есть мы, да? Ну, мы поняли. Хорошо, а какая... Сейчас не один круг, а сейчас надо один проехать, и потом еще второй за ним. Ладно. Ну, да. Мы готовы? Давайте отчет на раз, два, три, гоним отсюда. Раз... Два, три. Три, погнали, давайте быстро. Господи. Слушай, Катя, мне кажется, мы с тобой какие-то слишком быстрые машины сделали, а? Да, что-то я прям не справляюсь, она очень быстрая. Ты что, ты такая быстрая? Ты в курсе то, что я уже один круг проехал? Я еще только от старта отъехала, погоди. Какого старта? Катя, Катя, надо... Три, ты колотишь. Давай, 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 давай. Тайки фриза. Он меня догоняет. Не-не-не. Ща я ее сдручу. У меня слишком быстрая машина. Первый круг есть. И финишная прямая. Сейчас я вот здесь остановлюсь. А вот так машину в руку возьму и... Он меня догоняет. Не-не-не. Да. Да. Так, я тоже тут приехала. Все. Так, что? Че, кого? Где? Кто? Первое место! Я два круга проехал быстрее всех! Ты чё, ты победил, это твой кубок, что ли, в смысле наш кубок? Золотой? Это мой кубок, золотой сейчас... Наш! Мой наш. Кубок! Так, подожди, чек, как его забрать-то? Без разницы! О, тяжелый такой! Ты же теперь наш кубок, такой тяжелый, вот это все праздновать! Праздновать идем. Тортики надо заказать, сока купить, там зал какой-нибудь забронировать, кафешечку, ресторанчик... Сейчас метим, чат, ты смотри, чайник! Реванш, какой реванш! Вообще, гараж паутиной застроили, не хотели сами сражаться, первое место сдрюкали! Жуль, ты смотри, что он пишет, жулики! А это надо просто нормально свою машину строить, и тогда ты будешь тоже побеждать, понял, да? И нормально надо ездить и научиться, а потом уже участвовать в всяких соревнованиях. Все, Еще раз толкнешь меня, тебе вот этот гаечный ключ, знаешь, куда засуну? Ну-ка, отошли!
Говорю, не трогайте меня, что я вам сделала? Хотя... А ну, отошли нафиг отсюда! Отошли, я сказала! Поняли? Автомат-то у тебя откуда? Да с прошлой серии как-то осталось. А чё они меня бесят? Говорю, отошли, всё, мы выиграли, кубок наш, проваливайте. Вот это вы сейчас проваливаете отсюда. Тарантайки, взяли, пока вам Катя все шины не перестреляла, и свалили нафиг отсюда, чтоб через 2 секунды вас здесь не было. Уехали быстро, гонщики недоделанные. Давайте, давайте, а то сейчас по шинам постреляю. Всё, 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 убери пушку, убери автомат. А чё они? А чё они, какая разница, что они? Кубок-то наш, машины-то наши. Так, ну все, короче, кубок переплавляем на золото, делаем цепочки, сережки, колечки, продаем, потом у нас бабки появятся. Ну, короче, нормально. Ничего мы продавать не будем. Кубок мой, я его заслужил, я его выиграл. Машину ставим вот сюда и свалим отсюда. Ага, все, поехала за мной. Подожди, подожди, shift, правая кнопка. Ага, ну, сейчас сюда перекрыгнем, shift, правая кнопка. Все, погнали.